прививочки первые 2-3 дня не мочить, не чесать, это понятно, не греть, это я знаю, да. Никаких компрессов, йодовых сеток, ничего мы не ставим, не делаем. Живем обычной жизнью, как и жили до вакцинации. Только вперед, только с улыбкой. Так о вакцинации говорит изолировщик Крымтеплокоммунэнерго Сергей Осипов. Задав все интересующие вопросы, он готов к прививке. Ему 44 года. Впереди много дел и планов. Ну еще сын уж 15, хочу поднять его на ноги. Ерунда завелась, а надо от нее лечиться. По распоряжению главы республики Сергея Аксенова в конце января в Крыму организовали работу выездных прививочных бригад. Медики выезжают прямо на предприятия, чтобы сотрудники не отрывались от рабочего процесса. То есть на сегодняшний день наша медицинская организация привила уже порядка 1055 человек. У нас 22 тысячи приписного взрослого населения, которое активно сейчас вакцинируется. Были небольшие задержки с поставкой вакцины, то есть очередь у нас порядка 450 человек на сегодняшний день, которых мы активно готовы прививать. Сегодня на предприятии прививают около 100 человек. Через месяц планируют вакцинировать еще 200. Как рассказал председатель правкома Крымтеплокоммунэнерго, сотрудники оценили заботу об их здоровье. Вот такое коллективное привитие первое. А до этого наши сотрудники записывались через услуги госуслуги, через портал госуслуги и прививали в своих поликлиниках самостоятельно. В целом процедура стандартная. Вакцина в замороженном состоянии. Достаем нужное количество вакцины и готовим для разморозки. Сколько времени потребуется? Сейчас размораживается вакцина. За это время доктор осматривает пациента. Пациент заполняет согласие. И после осмотра они подходят сюда на саму манипуляцию. Пользуясь случаем, я сегодня тоже решила сделать прививку от ковида. Я уже прошла первичный осмотр и сейчас готова к вакцине. Здравствуйте. Здравствуйте. Что мне необходимо осмотрел. Делать? Да, смотрел, все в порядке. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Нет противопоказаний, делаем прививочку. Быстро и почти не больно. Самочувствие прекрасное, теперь никакой коронавирус мне не страшен. Мобильные бригады медиков выезжают на вакцинацию по графику. Следующие на очереди сотрудники 37-й Симферопольской школы. Всего в Крыму от ковид уже привили около 20 тысяч человек. Севиля Меметова и Виталий Голубев, телеканал «Милет».